Здравствуйте! Вы смотрите программу «Привет, бонжур, хеллоу», а значит, вы попали в нескучные новости Монреаля. Сегодня еще и всемирные, но это секундой позже. Группа компаний «Сатон». Ваши перемены к лучшему. От количества торжеств в честь юбилеев Канады и Монреаля в глазах рябит, сверкает и в ушах фонит. Но у нас есть свой вариант – человеческий. Встречаем! Весь мир поздравляет Канаду. И имейте в виду, у нас длинные руки. Привет, бонжур, хелло! Пламенный вам привет из города-героя Москва. Сегодня, прямо здесь и прямо сейчас, в честь 375-летия Монреаля, я на ваших глазах подтянусь вот на этом турнике 375 раз. Смотрите. Раз. Передумал. В честь 150-летия Канады я подтянусь на ваших глазах на этом турнике 150 раз. Что-то тоже немножко так себе вышло. Я знаю, что я сделаю. В честь 375-летия Монреаля и 150-летия Канады я выпью 525 миллилитров коньяка. Но это будет вечером. С праздником, дорогие товарищи! Надеюсь, вы ко мне сегодня тоже присоединитесь. Стой. Зём, давай. Привет, бонжур, хеллоу. Привет, бонжур, хеллоу. Tôi muốn chúc những người Việt Nam tại Canada có sức khỏe tốt, làm ăn tốt. Ok. Монреаль – это великолепный город. Мы поздравляем тебя и твоих жителей с днем рождения. Конечно, Монреаль в 3 раза младше города Казани. Казань уже отметила свое 1000-летие. И мы ведем репортаж на фоне вот этого замечательной достопримечательности. Это Казан, Казань. Отсюда и образовалось название города Казани. Счастья, добра, любви всем жителям великолепного города Монреаль. Это прекрасный город. Правда, там я не был, и половина казанцев не было там. Но мы не сомневаемся, что это замечательный город. Умберто, унидо, хаман, сравен, сида. Бас, козым, эпипе, син бас, масан, мин басам. Бас, козым, эпипе. Поздравляем всех с праздником! У-ху! Мы находимся в Барбарисе, в Турции. Едем к вам. Пока-пока! Пока. Привет! Бонжур, халло! Из самого бычьего сердца. Канадцы и монреальцы, поздравляю вас с праздником. Желаю вам всего хорошего, самого лучшего. Канаде 150, Монреале 375 лет. Кто бы мог подумать? Здоровья, счастья, зарплат побольше, финансового благополучия из финансового центра Нью-Йорка. Ничего, что бык вам попой. Привет, бонжур, хеллоу. Поздравляю Канаду со 150-летия. Всех друзей и знакомых. Еслебе ди Украина. Привет! Бонжур! Hello! Канада! С днем рождения! Жизнь продолжается и в будни. Мы ведем свой репортаж прямо вот с этих коробок. И нет времени на медленные танцы. Весь город переезжает и к 1-му числу должен освободить прежнее место жительства. Поэтому перевозчики негуманно задрали цены, а мы засучили рукава. Когда переехал, не помню, наверное, был я бухой. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес сегодня такой.
Канада, мэ-мэ-мэ, Монреаль, ка-ка-ка, Канада, мэ-мэ-мэ, Монреаль, лёва! Но всё-таки я переехал, остался при этом босой. Со мною жена и две дочки, мой адрес сегодня такой. Ка-ка-ка, Канада, мэ-мэ-мэ, Монреаль, ка-ка-ка, Канада, мэ-мэ-мэ, Монреаль. Когда умолкнут все песни, ночью в тишине можно услышать главное, как падает цена на недвижимость. Первым шепот экономики уловили люди с включенной логикой. Ручка, карандаш под рукой, выдаем надежные связи. Гроссмейстер и организатор детской шахматной школы, прежде чем купить недвижимость, все ходы просчитал и выбрал при всем разнообразии компанию «Сатан». И пришел на сделку без счастливой ладьи в кармане, потому как доверяет. Самое ценное в общении с этим агентством у меня было то, что я в принципе смог расслабиться. Вот, то есть у меня возникло и чувство доверия, которое меня, в общем-то, не подвело. То есть они действительно находят то, что тебе нужно. Проверенные риэлторские места надо знать этим летом. Время идет горячее и выгодное. Брокер по моргичам подтверждает. Он же номинант открытия года, имеет счастливую руку и 95% одобрения сделок. Вот сейчас у нас хороший рейд 2.29 на 30 месяцев. Так что это самые низкие проценты, которые... Вот я уже работаю 5 лет на моей работе, и вот это самые низкие проценты, которые мы никогда не видели. Так что вот сейчас, вот этим летом, очень выгодно и покупать, и продавать, и даже перефинансировать вашу ипотеку, которая у вас уже есть. Группа компаний «Сатан» 17 лет на рынке. Агенты говорят на 25 языках. Монреальский офис с 2003 года адрес не меняет, и что вам, конечно, не важно, но с каждой продажи отчисляет в поддержку бездомных и всячески помогает новеньким. И главное, тут можно говорить по-русски, и не только с агентами. Нотариус все нюансы донесет на понятном, великом, могучем. В этом году очень-очень большой наплыв клиентов, очень много русскоговорящих клиентов. Я не говорю, что они приехали все из России, есть и клиенты с Украины, с Молдавии, да, и так далее, которые очень активно покупают недвижимость. И я бы сказала, очень интересно работать, особенно с молодыми, вновь прибывшими клиентами, потому что они очень грамотны, начитаны, задают очень много вопросов. И очень приятный контакт. Русскоязычная публика представлена у нас очень широко, и в связи с тем, что у нас есть русскоговорящие агенты и все сервисы, которые могут быть предоставлены на русском языке, и говоря о недавнем, о положении рынка на сегодняшний день, он для лета, он очень активен, я бы сказал, активнее, чем мы думали. Так показывает наша статистика, во всяком случае. Поэтому этим летом можно праздновать не только юбилей Монреаля, можно и праздновать новоселье. Лето – это самое лучшее время, чтобы продавать и покупать. Конечно, в активности покупок-продаж наш русскоязычный брат слегка уступает китайскому, которые скупают все, что не шевелится. Так пал Ванкувер, потом взяли Торонто, и вот уже Монреаль стал интересен. А как говорят сами китайцы, лето – время решений. Пока видишь солнце, успей собрать урожай. Я желаю принять решение, взять, вот решиться, сесть, подумать, решиться и прийти к нам в офис и покупать себе дома, квартиры, все, что вы хотите. Мы с удовольствием вам поможем в этом. Группа компаний «Сатан». Ваши перемены к лучшему. Но оставим дела житейские, вернемся в пучину праздников. Новиночка случилась. В армии монреальских театров, творческих групп и креативных коллективов пополнения были смешные и смелые, стали наша Кенада и заявили о себе с большой сцены. Начало было задорным, потанцевали, попели, как водится, а потом человек в костюме бомжа представился премьером Трюдо. В этой пародии общего с оригиналом сами найдите 10 отличий. Today we celebrate 150 years since Confederation. It's a day to celebrate our past
and look boldly towards our future. Наши фанаты вообще четкая страна. Говорят иногда то, что с погодой не повезло. Я не согласен. Вот как минимум 8 месяцев в год можно нормально поиграть в хоккей. Желание кричать автора не покидало и дальше. Но вовремя танцевали девочки, и сердца смягчались. Юмор, который раньше шел под пиво и делал интерактив, с большой сцены слегка захромал. Местами пошлил, но истинных фанатов это не напугало. А дальше в это беспощадное шоу шагнул человек с манерами и прекрасным тембром. Это был я. Ну, мои песни комментировать не будем из скромности, тем более, что пел я не один, а с Оксаной. Ну и в финале скажем, что ребята, несмотря на косяки и дорогой билет, все-таки молодцы. Смелые, дерзкие и красивые, и все у них получится. На этом разрешите откланяться. Спасибо, что были с нами. Поддержать наш проект вы можете через Patreon. С вами было хорошо. Всего доброго. До свидания.